Россия уже 8 лет ведет необъявленную войну против Украины. Неопознанные вооруженные люди в камуфляже охраняют здание местного парламента в столице Крыма Симферополя. Мы знаем, как выглядят их шевроны, оружие, танки и бронемашины. Но точно ли мы знаем лицо своего врага? Если вы спросите себя, кто ассоциируется у вас с российской агрессией и армией, скорее всего, после очевидных образов в воображении всплывет Сергей Кожугетович Шойгу. Всегда рядом с президентом РФ, когда это касается обороны и нападения. В соответствии с вашим распоряжением, с 30 сентября приступили к выполнению операции в Сирии. Всего за это время совершено более 9 тысяч вылетов. Именно он с телеэкранов пугает врагов мощью российской армии. 5 лет назад не было ничего. А сегодня мы говорим о том, что у нас аэродромы. Он докладывает высшему руководству о достижениях и планах Министерства обороны РФ. В ходе воздушной операции сброшено 1400 тонн бомб различного назначения. Личность Сергея Шойгу исследована вдоль и поперек. Вечный чиновник с миллиардами в кармане. Более 20 лет исключительно на госслужбе. Тем не менее, Шойгу – обладатель суперэлитной недвижимости. Фото дома Шойгу на Рублевке гуляют в сети уже многие годы. Эти два участка площадью около 20 тысяч квадратных метров оцениваются почти в 5 миллионов долларов. Такова же и цена дома. На официальную зарплату министра обороны такое не потянуть. Кажется, ответ очевиден. Все это он получил за управление силовыми структурами. И логичным кажется вывод, что это он главный тактик и стратег военных операций РФ. Но действительно ли Шойгу – мозговой центр военных операций Кремля? Да, он носит звание генерала, но он вообще не военный. Парадокс. Сергей Шойгу, пожалуй, первый российский министр обороны, который не проходил срочную службу в армии. Тем не менее, более молниеносной карьеры в армии вы не найдете нигде. Шойгу прошел многолетний путь от лейтенанта запаса до генерал-майора всего за один день. Высшее военное звание ему было присвоено лишь из-за того, что негоже министру быть ниже по званию, чем подчиненные. Удивительное резюме, но минимум знаний в военном деле. Надо знать историю войн, так сказать, и участвовать в них. Допустим, участие в боевых действиях в Афганистане или на Кавказе, это тоже имело бы значение. Он командует той армией, которая должна воевать. Что наталкивает на мысль, что ценность Шойгу лишь в близости к президенту РФ. Серьезный пожар. И шишечка в центре. Шишка сверху. Вот с тех камней, блядь, вот это вдоль горы. Опа. Ничего себе. И вот Сергей Кожугетович, бросай туда. Там, где рыба нет. В таких походах президента всегда сопровождает Сергей Шойгу. Скорее всего, он связующее звено между армией и руководством Кремля. Смотрящий по армии. Такое себе доверенное лицо президента в стратегическом ведомстве. И он вызывает доверие, и, видимо, Путину просто приятно находиться в его обществе. Но если Шойгу лишь лицо Минобороны, кто генератор всех античеловеческих операций? Гражданская оборона решила обратить внимание на обычно обделенных вниманием прессы безмолвных спутников медийного министра. Это огромная работа огромного коллектива. Кто эти люди рядом с ним? Те, чьи личности не расследовали с таким пристрастием, как фронтменов Кремля. Один из вечных спутников Шойгу – генерал Герасимов. Глава военного ведомства Сергей Шойгу представил президенту план обороны нашей страны. На встрече также присутствовал начальник генерального штаба Валерий Герасимов. В 2012 году, сразу после назначения Сергея Шойгу на пост министра обороны, генерал-полковник Валерий Герасимов был назначен начальником генерального штаба РФ. Ну хорошо, все, давайте по плану. Вот Валерий Герасимов как раз выходец из армии, танковых войск. Российская пропаганда героизирует генерала, превознося его как настоящего героя и офицера. Эксперты почти единогласно характеризуют его как сильного независимого профессионала и даже военного интеллектуала. Хотя в армейских кругах его в основном характеризуют как штабного генерала и исполнителя кремлевских заказов. Во всяком случае, за всю свою карьеру во время реальных боевых действий генерал Герасимов на передке замечен не был. Рассказываю о совместной службе с Герасимовым. Организовал разведку боем в начале Второй войны. Население Бамут, горное, не угробило отделение моих саперов.
Мы обратили внимание именно на него не просто так. Незадолго до российской интервенции в Украину генерал Валерий Герасимов, начальник Генштаба Вооруженных сил России, озвучивает доклад, текст которого можно считать презентацией концепции гибридной войны, того, что в последующие несколько лет будет происходить в Украине. Перед участниками конференции выступил первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов. В частности, он рассказал о новых типах военного противостояния, когда воюют не страны, а бандформирование, террористы и так называемые квази-государства. В 2000 знаках Герасимов рассуждает и про необходимость ведения политической подрывной деятельности наряду с военными действиями, и про партизанские отряды, и про намеренное стравливание между собой сторон с разными взглядами. Этот текст можно считать презентацией концепции гибридной войны. Именно такой, которую Россия ведет с Украиной восьмой год. Акцент используемых методов противоборства смещается в сторону широкого применения политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер, реализуемых с задействованием протестного потенциала населения. Все это дополняется военными мерами скрытого характера, в том числе реализацией мероприятий информационного противоборства и действиями сил специальных операций. К открытому применению силы зачастую под видом миротворческой деятельности и кризисного урегулирования переходят только на каком-то этапе, в основном для достижения окончательного успеха в конфликте. Новая концепция заключалась в том, что прежде чем напасть, нужно создать хаос внутри страны противника, достичь атмосферы постоянного беспокойства и конфликтов. Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала пятой колонны. Практически слово в слово сказанное Герасимовым было воплощено в жизнь в Крыму и на востоке Украины. Митинги с актерами в роли протестующих, которые появлялись от города к городу в разных амплуа. В Одессе распространяют вот такие вот листовки. Она уже нас просто потрепалась, правый сектор. Где сказано о том, что 50% своего имущества вы должны передать фашистской этой власти. Одесситы очень сильно ждут вас, потому что защиты нам просить не у кого. Детей наших пытаются угрожать детьми. Фейковые сюжеты по ТВ, нацеленные на особо впечатлительных и доверчивых зрителей. Факты ОК. Каннибализме. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак, им, наверное, подадут у младенцев. А что же скажут? Они хотят кушать. Мальчика маленького, в трусиках, футболки, как Иисуса, на доску объявления прибыли. Армия ботов, разжигающих дискуссию в сети. Характер вообще войн вот 21 века, он говорит о том, что они приобрели такое новое содержание, где применяются средства вооружения, совершенствуются непрерывные способы их применения, включая и информационную составляющую, экономическую и так далее. И все это дело все вместе переплетено. А затем, когда лодка расшатана, время третьего пункта. Введение войск без объявления войны. Поставка техники боевикам. Еще в 2015 году военная прокуратура Украины собрала доказательства прямой причастности Валерия Герасимова к военным преступлениям против украинского народа. Російський генерал-полковник особисто керував постачанням військової техніки та боєприпасів на територію України. СБУ вже оголосило в розшук Валерія Герасимова, а також 10 військовослужбовців Збройних сил Росії за організацію, підготовку і розв'язання збройного конфлікту на території України. В тому же 2015-му в Следственному управлінні України заявили, що Валерій Герасимов лично присутствовал на оккупированной территории Украины во время мясорубки в Иловайском котле. Кроме того, расследователи Bellingcat поставили Валерия Герасимова во главе списка людей, отдававших приказ о перемещении из РК «Бук» в Украину и дальнейшем его применении против рейса MH17. Летел огромный кусок кабина, та, что лягла возле креста, и с ней выпадали люди. Летели с раскинутыми руками, ногами. Как начальник генерального штаба РФ, высший офицер, он как минимум просто не мог не знать о происходящем. А скорее всего, отдавал приказы к действию, погубившему десятки жизней. I think it's disgusting. They deny everything, they don't cooperate, nothing. They lie, create fake news. Yeah, we wanted to know a date, and we want to know names. И, наконец, Сирия. Российские СМИ в красках рассказали о незаменимой роли генерала Герасимова в этой военной кампании. Отмечу, что подключение военных моряков к операции по борьбе с террористическими группировками позволило в кратчайшие сроки освободить от боевиков экономическую столицу Сирии Алеппо. По данным Amnesty International, в конце февраля 2016 года российские военные самолеты преднамеренно наносили удары по мирному населению и спасателям.
В 2018 году организация Air Wars, которая отслеживает сообщения о жертвах авиаударов, опубликовала подсчеты. В результате примерно 39 тысяч авиаударов России погибло около 4 тысяч человек, в том числе до 844 детей. Конечно, за свою службу Валерий Герасимов был вознагражден. Семейство живет отнюдь не на одну зарплату. Например, декларация Герасимовых нарочито скромная. С 2009 года официальный доход всей семьи чуть меньше 31 миллиона рублей. В среднем глава генштаба зарабатывает 2,9 миллиона рублей в год, а его жена немногим больше 167 тысяч рублей. В 2019 году издание «Настоящее время» выяснило, что семейство Герасимовых владеет квартирой недалеко от офиса главного управления генштаба. Ее площадь 131,5 квадратный метр. И дата перехода прав владения совпадают с данными из декларации главы генштаба. Средняя стоимость квадратного метра чуть больше 381 тысячи рублей. Таким образом, недвижимость супруги главы генштаба может стоить примерно 50 миллионов рублей. А это строго охраняемый коттеджный поселок Афинеево. Здесь в 2014 году Герасимов отстроил в дом в 554 квадратных метра. Примерная стоимость их загородных владений может составлять от 50 до 100 миллионов рублей. Особенностей личной жизни и богатств таинственного генерала можно не знать. А вот доктрину Герасимова и историю ее создания нужно изучить каждому украинцу. По сути, это прямая инструкция войны России против Украины. Изучив ее, пропадают сомнения, ведь таких совпадений просто не бывает. А военных преступников нужно знать в лицо.